завтра починається Євробаскет, якби, да? Які у тебе перечуття перед ним, що чекаєш від нього, оскільки лишається вже один день, то завтра треба вийти і перемагати, сподіваємося? Ну, я теж на це сподіваюся. Самое главное, чтобы та работа, которую проделали все игроки, все тренера, чтобы она не была проделана напрасно. И чтобы мы наконец-то оправдали доверие всех украинцев, которые возлагают на нашу команду большие надежды. Ну, сказать, что первый раз попал, это действительно, ну, что ощущаю какие-то такие волнения, что уже в моей карьере были соревнования, где, как ты назвал, была такая кухня. И все. Так что я думаю, это нормальный процесс, нормальная организация, нормальные соревнования. И все. Просто надо целенаправленно подходить к поставленной задаче и выполнять ее. Неважно, на каком-то, на каких-то соревнованиях находишься. То ли это Евробаскет, то ли это там кубок какой-то, то ли это чемпионат Украины. Выходи и делай свою работу. Тогда команда и все получится будет хорошо.